Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы называется «COVID-19 сегодня. Что мы знаем?». У нас в гостях речник Валерия Николаевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Валерия Николаевна. Здравствуйте. Валерия Николаевна, но коллективный иммунитет необходим, да, для того, чтобы действительно вот побороть, как говорится, эту заразу. Да? Вот в целом по Российской Федерации уже порядка 60% достигнута эта цифра. Вот у нас в Ульяновской области как с этим сейчас? Действительно реально нам достичь вот именно 80% и вот при тех темпах и при той динамике вакцинации, на ваш взгляд? Ну, мы, конечно, к определенному сроку достигнем коллективного иммунитета. Насколько быстро, наверное, это будет зависеть от каждого из нас, когда мы лично для себя примем решение вакцинироваться. На сегодняшний день в Ульяновской области привито первым компонентом вакцины «Спутника V» порядка 590 тысяч человек, а уже закончили вакцинацию 460 тысяч. Но, конечно, для того, чтобы максимально быстро обеспечить коллективный иммунитет, необходимо ускорить темпы вакцинации в нашем регионе. На сегодняшний день он составляет около 13,5 тысяч человек еженедельно. Но этого недостаточно. Ну, работа продолжается, да, и все медицинские работники на местах продолжают эту работу, да, то есть... Да, конечно, все-таки, и я думаю, что всеми нашими общими усилиями мы все-таки справимся, да, с этой задачей. Скажите, пожалуйста, ну вот у нас известно в обиходе несколько видов вакцин. Это гамма-ковид-вак или спутник V, эпивак-корона, ковивак, да, и спутник Light. Вот что вы скажете в целом об этих вакцинах? Может быть, какая-то имеет и преимущество, да, то есть мы сейчас уже можем об этом сказать? Вы знаете, в принципе, все вакцины показали неплохую эффективность, но наибольшие данные имеются именно по вакцине «Спутник V». То есть она действительно среди прочих вакцин обеспечивает наиболее долгосрочный, долговременный и наиболее как бы сильный, будем говорить, иммунитет и хорошую защиту. Что касается вакцины «Спутник Light», иногда бывает на нее такой небольшой ажиотаж, я бы даже сказала. Но если вы никогда ранее не болели новой коронавирусной инфекцией и не вакцинировались, вам необходимо заложить прочную основу для иммунитета. И для этого как нельзя лучше подходит именно вакцина «Спутник V». Если вы уже переболели и у вас прошло 6 месяцев от того, как вы выздоровели, либо вы вакцинируетесь повторно через 6 месяцев после предыдущей вакцинации, да, в этом случае оправдано использование вакцины «Спутник Light». То есть получается, что «Спутник Light» все-таки для стартовой иммунизации он не подходит, да? Я с вами совершенно согласна. То есть «Спутник Light» не оптимален для первичной иммунизации. Наиболее эффективным в данном случае является именно «Спутник V». «Спутник Light» может применяться в некоторых случаях у молодых людей, у кого низкий риск заболеваний, кому нужно быстро достаточно сформировать иммунную защиту, или, допустим, нужно получить прививку и QR-код для того, чтобы там, принять участие в каких-то мероприятиях. Но наиболее оптимальным, еще раз подчеркну, является именно «Спутник V» для первичной иммунизации. Ну, давайте все-таки еще раз по «Спутник Light» скажем, да, в каких случаях она применяется, еще раз, вот, чтобы телезрители поняли, да, что это вот именно, да, ревакцинация, да? Да, это именно повторная вакцинация, если у вас прошло всего 6 месяцев от предыдущей вакцинации, не больше. И также это вакцинация лиц, которые переболели коронавирусной инфекцией, у кого она была подтверждена, то есть те, кто, например, просто считает, что я переболел, потому что у меня был насморк, нет, вам лучше все-таки вакцинироваться «Спутником V». А если у вас действительно был подтвержденный лабораторными методами случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, в этом случае вы можете вакцинироваться «Спутником Light». Валерия Николаевна, ну вот давайте немножко поговорим о противопоказаниях. Да? Наверное, есть все-таки противопоказания к вакцинации какие-то определенные. Да? Они какие-то временные, может быть, постоянные. И какой именно специалист, какой именно вот врач может дать медотвод так называемый? Вы знаете, действительно очень много сейчас дискутируют по поводу противопоказаний. Кто-то, наоборот, ищет их у себя, чтобы не делать вакцинацию. Но я бы хотела, наверное, обратиться ко всем и сказать, что противопоказания к вакцинации, они очень минимальные. Это наличие хронических заболеваний, но только в стадии обострения. То есть очень часто, например, люди задают вопрос, я страдаю гипертонией, я страдаю сахарным диабетом, я страдаю онкологией. Ну, масса бывает сопутствующих заболеваний. Можно ли мне вакцинироваться? Мы всегда задаем первый вопрос. А как вы себя сейчас чувствуете? Какие вы препараты принимаете? Если вы себя сейчас нормально чувствуете и получаете просто базовую стандартную терапию, вам можно и нужно вакцинироваться. Почему я подчеркиваю, что нужно? Потому что люди с сопутствующими тяжелыми заболеваниями имеют более высокий риск
тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, у них чаще отмечаются различные осложнения. Поэтому такие лица должны прививаться в первую очередь. Естественно, противопоказанием является наличие острых каких-то инфекционных заболеваний. Например, вы заболели ОРЗ или кишечной инфекцией. После того, как вы выздоровели, через 2-4 недели вы также допускаетесь к вакцинации. Ну и есть, конечно, лица с очень тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как, например, врожденные иммунодефициты, у кого может быть пожизненный медотвод от вакцинации, либо лица с тяжелыми аллергическими реакциями. Но в данных вопросах уже должны разбираться специалисты и определять возможность вакцинации у того или иного пациента. То есть любой случай он индивидуален, да? То есть каждому человеку подходит индивидуально? Поэтому перед проведением вакцинации обязательно идет осмотр терапевта. Он определяет, есть ли какие-то настораживающие факторы. Если есть, то отправляет на дообследование. Если таких нет, значит, он дает вам разрешение на проведение. Даже более того, через определенное время еще повторно смотрится, да, терапевтом? Да, после вакцинации, конечно, это обязательно, чтобы избежать каких-то там осложнений, да, и каких-то нежелательных реакций. Ну, совершенно с вами соглашусь, Валерия Николаевна, что на самом деле противопоказания, они минимальны вообще, настолько минимальны, что в принципе практически в 100% нужно и необходимо вакцинироваться. И еще хочу обратить внимание на один момент, что вот много дискутировалось о том, что необходимо ли прививаться беременным женщинам. Давайте об этом. И вот последние рекомендации вышли и, в общем-то, обобщили тот опыт, который был уже накоплен до этого, показалось, что проведение вакцинации при беременности абсолютно безопасно для беременной женщины и предохраняет ее также от заражения новой коронавирусной инфекцией. Поэтому, согласно последним рекомендациям, все женщины, кто не успели привиться до беременности и у кого срок беременности 22 недели и выше, им необходимо проходить вакцинацию, особенно если есть какие-то еще сопутствующие факторы риска. Это очень важно. Валерия Николаевна, ну вот Центральной городской клинической больнице, где вы работаете, да, там большой ковидный госпиталь, да, большой. Совершенно верно. Вот, и он действительно работает, действительно помогает людям, да. Вот, скажите, пожалуйста, вот много ли со средней и тяжелой степенью пациентов попадает сейчас, каков процент вообще попадания вот в ковидный госпиталь, и много ли среди них, так скажем, невакцинированных? Ну, вы совершенно правы. Центральная городская больница – это одна из крупнейших, в общем-то, ковидных баз города. И плюс она, скажем так, очень хорошо обеспечена кислородом, поэтому в основном здесь проходит лечение пациента со среднетяжелым и тяжелым течением. И процент таковых у нас очень высокий, конечно, именно в нашей госпитальной базе. Что касается процента вакцинированных, то могу сказать, что основная масса наших пациентов, к сожалению, не вакцинировались и поэтому попали к нам. То есть процент вакцинированных составляет от 5 до 10%, ну, это очень мало, это вот максимально. И могу отметить, что если мы посмотрим на пациентов отделения реанимации, то есть это крайне тяжелые больные, да, то среди них практически нет вакцинированных. Это какие-то единичные случаи, и то в каждом конкретном в каждой конкретной ситуации мы разбираемся, потому что иногда, вы знаете, сейчас проблемы есть с этим, бывают поддельные сертификаты о вакцинации, то есть и уже потом постфактум мы выясняем, что на самом деле пациент был не привит, хотя все думали, что он привитой. Вот. И, как правило, если бывает у них тяжелое течение, то это на фоне того, что они имеют крайне тяжелую еще сопутствующую патологию, которая сама по себе сопряжена с высокими рисками. Ну, ложные сертификаты, вот о прививке, это вообще тема отдельного разговора, наверное, да? Да. Это настолько вот, у меня вот очень негативно к этому отношение, абсолютно, да? Я считаю, что это даже не по отношению, даже не только к себе, да? Это не, да, какое-то неуважение даже вот к окружающим, к своим близким, к родственникам. То есть, прежде чем вот делать такой шаг, да, вот мне хочется, чтобы люди вот действительно подумали о том, что, что за этим стоит. И более того, я вам скажу, что таким образом люди загоняют себя в ловушку. То есть, мы столкнулись с ситуацией, когда, например, в семье есть случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, родственники пугаются, хотят привиться, но уже имеют ложный сертификат на руках. И, соответственно, их даже при их желании поликлиника не может привить официально. Валерия Николаевна, вот давайте расскажем еще о постковидном синдроме. Есть же такой, да, постковидный синдром? Да, безусловно. То есть я имею в виду, что вот те последствия после перенесенной коронавирусной инфекции, насколько они вот тяжелые, как долго они продолжаются и какова вот реабилитация таких пациентов? Да, вы совершенно правильно заметили, что большинство наших пациентов страдает не только от острой коронавирусной инфекции, но и от так называемого постковидного синдрома. К сожалению, коронавирус достаточно опасен, практически вызывает повреждение всех органов и систем. Он затрагивает и нервную систему, и сердечно-сосудистую, и бронхолегочную, и костно-суставную. С какими только жалобами не обращаются пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции. У кого-то начинает повышаться давление, у кого-то возникает
проблемы с аритмией, то есть неправильная работа, да, сердца. У кого-то появляется головокружение, слабость, астения, не могут восстановить свою работоспособность, снижается внимание, нарушение сна отмечается. То есть здесь достаточно такая комплексная, я бы сказала, мультидисциплинарная проблема. Поэтому сейчас на федеральном уровне разработаны рекомендации по реабилитации данных пациентов. Всем, кто перенес коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, показано прохождение диспансеризации в поликлинике по месту жительства. Для этого разработана специальная двухэтапная программа диспансеризации. Угу. То есть на первом этапе проводятся общеклинические и инструментальные обследования пациента. Если они выявляют признаки какой-либо патологии, то, соответственно, пациент отправляется на дополнительный второй этап, где уже углубленно изучается состояние той системы, которая пострадала после заболевания. Ну и за этим тоже ведь стоит ряд уже мероприятий последующих, да, после диспансеризации? Да, безусловно. То есть такие пациенты направляются к специальным реабилитологам, плюс к врачу той специальности, чья система, так сказать, задействована у пациента. Вот, и он получает соответствующую помощь. Берутся по диспансерное наблюдение тоже соответствующие, да, и наблюдаются, и даются рекомендации. То есть это очень важная такая составляющая тоже нашей деятельности, да? Ну вот, Мария Николаевна, вот еще хочу спросить про то, что все-таки вот вакцинация, да, группа риска, да, ну вы уже упомянули, вот каким бы вот группам риска вы все-таки вот прям вот рекомендовали вот 100%, даже не думая, идти и вакцинироваться? Вы знаете, я бы, наверное, рекомендовала всем 100% вот, без исключения идти и вакцинироваться. Потому что, я говорю, очень много поступает вопросов о том, а можно ли мне, а можно ли мне. И когда разбираешься в каждом конкретном случае, объясняешь пациенту, что ничего страшного в этом нет, и что наш опыт и опыт вообще, скажем так, международный, показал очень хорошую переносимость вакцины при всех практически сопутствующих заболеваниях. И когда говоришь о том, что если у вас даже онкопроцесс, это не означает, что вы не должны прививаться. Вы должны, наоборот, в первую очередь прививаться, потому что у вас высокий риск госпитализации по поводу, например, онкологии. А во время госпитализации не исключено, к сожалению, заражение новой коронавирусной инфекцией. Поэтому если у вас сейчас стабилизация состояния, и вы не проходите какой-то активной терапии по вашей сопутствующей патологии, обязательно вакцинируйтесь. Ну, я вот думаю тоже еще, Валерия Николаевна, некоторые еще думают, а вдруг вот там какие-то поствакцинальные осложнения там, или какие-то нежелательные реакции. Но вот даже из нашего наблюдения, мы уже практически полтора года идет вакцинальная кампания, да, и на самом деле вот таких каких-то осложнений, каких-то вот нежелательных явлений, да, мы практически не наблюдаем. То есть в целом бы это выплыло на поверхность, правильно? Все осложнения, которые отмечаются после вакцинации, носят легкий характер. То есть, как правило, это небольшое повышение температуры, это может быть небольшое покраснение, отек в области инъекции. Особенно если, например, бывают такие случаи, что там труд как бы место инъекции, да, то есть провоцирует тем самым воспалительную реакцию в этой области. Но все они быстро достаточно проходят в течение 1-2 дней и не доставляют каких-то особых неприятных ощущений пациенту. Еще вот такой тоже вопрос, Валерия Николаевна, по поводу вот антител. Да, некоторые говорят, а вот я хочу проверить антитела, пройти обследование. Давайте вот об этом тоже скажем. Есть ли такая необходимость вот в исследовании на антитела перед вакцинацией? Насколько это действительно нужно и как вот ваше мнение? Вы знаете, на сегодняшний момент не рекомендовано прохождение анализа на антитела перед проведением вакцинации. Почему? Объясню. Во-первых, на сегодняшний день на территории Российской Федерации существует более 15 тест-систем с различными показателями референсными. То есть, если один, например, человек пришел и сказал, а у меня антитела 100, а другой говорит, у меня 1000, это не означает, что у одного лучше, чем у другого, если они делали это с помощью разных тест-систем. И, к сожалению, не для всех тест-систем на сегодняшний день известны значения, при которых необходима вакцинация. И еще такой момент, что вакцинация не может вызывать гипериммунизации. То есть вот сколько должен выработать иммунитет защиты, столько он и выработает. Поэтому даже если у вас есть антитела, в любом случае прививайтесь. Ни к чему плохому это не приведет. Это только укрепит вашу иммунную защиту. А вот вакцинация, сейчас идет такая тоже кампания крупная, да, по от гриппа вакцинации. Проводим от гриппа вакцинации. И люди действительно идут, прививаются. Вот скажите, насколько это совместимо с вакцинацией от коронавирусной инфекции? И если человек переболел коронавирусной инфекцией, например, нужно ли ему прививаться от гриппа?
Да, кстати, вы правильный вопрос подняли, потому что буквально вот сегодня были выявлены, лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в регионе. Угу. Поэтому, если вы задумались о вакцинации, нужно ее делать максимально в короткие сроки, пока не начался сезонный подъем заболеваемости гриппом. Сейчас, на сегодняшний день, разрешена даже одномоментная вакцинация и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. Просто вакцины вводятся в разные точки, то есть, например, в левую руку и в правую руку. И тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, безусловно, этот иммунитет не защищает нас от заболевания гриппом, поэтому обязательно тоже прививаться от него необходимо. Мария Николаевна, вот 24 ноября, по-моему, да, сейчас тоже еще одна вакцина появилась, да? Это гамма-ковид-вак-М для детей, для подростков. Скажите, пожалуйста, с какого возраста ее можно использовать и какова вообще перспектива вот этой вакцины в Российской Федерации? Действительно создана сейчас вакцина для детей, то есть она отличается от спутника ВИ тем, что в ней снижено количество вводимого антигена в 5 раз. Но, несмотря на то, что количество уменьшено, она дает достаточно хорошую выработку иммунитета у детей. Применяться она будет в возрасте от 12 до 17 лет, также двукратно, как и спутник ВИ, то есть с интервалом 21 день, также будет делаться две прививки. Если ребенок до 15 лет планирует вакцинироваться, то данная вакцинация будет проводиться только с согласия родителей. Понятно. Ну, Валерий Николаевна, впереди много праздничных дней, у нас новогодние каникулы, да? Вот что бы вы пожелали действительно людям, чтобы как-то защитить себя и от коронавирусной инфекции, ну, может быть, и от других каких-то инфекционных болезней, да, в силу своей специализации? Ну, в первую очередь, я бы посоветовала всем в максимально быстрые сроки все-таки провести вакцинацию или повторную вакцинацию, если вы ранее были вакцинированы, чтобы на празднике обеспечить себе хорошую иммунную защиту. Но, тем не менее, даже если вы вакцинированы, не стоит расслабляться. Все-таки праздничные гуляния подразумевают скопление большого количества людей. Не забывайте про то, что ношение масок, мытье рук после того, как вы вернулись домой, оно все равно сохраняет свою актуальность и защитит вас и ваших членов семьи. Мария Николаевна, ну из вашего опыта еще тоже вот локдаун, да, вот который вводился, сыграл какую-то роль тоже вот определенную в снижении именно вот распространения коронавирусной инфекции, вот, на ваш взгляд? И вообще, вот, насколько было необходимо действительно вот его введение? Я считаю, что он был своевременно введен и действительно значительно улучшил сейчас ситуацию по коронавирусной инфекции. Если вы смотрите, например, даже цифры на сайте Стоп Коронавирус, вы видите, что количество ежедневно выявляемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией снизилось почти на 100-130 в сутки. Это достаточно приличная цифра, это почти на 20%. Могу сказать по впечатлению вот от работы, например, даже нашего стационара, значительно уменьшилось количество госпитализированных пациентов. То есть если, например, полтора месяца назад мы были перегружены и работали прям на грани возможностей, то на сегодня ситуация стала значительно лучше. Поэтому я считаю, что эти ограничительные меры, они все-таки улучшили ситуацию в регионе. Ну, Валерий Николаевна, еще так, тогда в заключение программы, да, может быть, какие-то добрые пожелания и как от главного инфекциониста, и как от доктора нашим телезрителям? Ну, мне бы хотелось пожелать всем заботиться о себе, заботиться о своих близких, потому что если мы не будем заботиться о себе, кто о нас позаботится? Будьте здоровы, берегите себя. Берегите окружающих. И обязательно вакцинируйтесь. И обязательно вакцинируйтесь. И тогда мы действительно победим, да, эту инфекцию. Спасибо большое. Спасибо, Валерия Николаевна, за то, что пришли и так вот раскрыли эту тему. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю успехов, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.